Песня готовилась к 17 февраля, когда я пытался, хотел, надеялся открыть клуб «Лас-Вегас», который, к счастью, я очень верю в это, с четвертого раза откроется 23 апреля. «Лас-Вегас», «Лас» расшифровывается Леонид Александрович Сергеев, а «Пегас» кому-то «Пегас», ну, кому как-то. Кто-то уже знает, что поем, едим, кто-то еще не знает, что приглашает ежемесячно гостей и актеров сюда. Ну ладно, и вот песня написана была 17 февраля. 17 февраля произошло событие, которое, ну, я не знаю, вот кто-нибудь из вас поздравил Хэрис Хилтон, хотел сказать, Пэрис Хилтон с днем рождения? Нет? Я поздравил. Я нашел два адреса даже в интернете и пытался, чтобы люди писали открытки на чисто английском, русском буквы. Ну, во всяком случае, я написал песню, которая называется «Открытое письмо Степановой Тамары». Пэрис, извините за выражение, Хилтон. Ну, здравствуй, дорогая Пэрис Хилтон, пишу тебе из города Москва. У нас тут есть отель с названием Хилтон, у нас была гостиница Москва. Меня зовут Степанова Тамара, учусь я третий год в 9-м Б. Конечно, Пэрис, мы с тобой не пара, поскольку в руку я люблю любе. Глеб Жеглов и Володя Шарапов. Ах, Пэрис, 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 ты супер, ты улет. Ты жгучая, как перец, ты сладкая, как мед, ты вкусная, как херес, без закуси с борта. Ах, Пэрис, Пэрис, Пэрис. Девчончья мечта. Мне нравится, что где-то по приколу летишь над миром ты во всей красе. Мы тут плеснули спирту в пепси-колу, ты не поверишь, улетели все. Я пергидролем выкрасила волос, я в профиль просто ты не встать, не сесть. А голос, ну что ж сказать тебе про голос, вообще-то у меня-то голос есть. Слушай. Глеб Жеглов и Володя Шарапов. Ах, Пэрис, 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 ты супер, ты улет. Ты жгучая, как перец, ты сладкая, как мед. Ты вкусная, как херес, без закуси с бортом. Ах, Пэрис, 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 гламурная мечта. Я Ксению Собчак в упор не вижу, ни по кускам, ни даже целиком. Она тебя, конечно же, пожиже, хоть нос и зубы тоже силикон. А мне пока что химии не надо, а я во сне живу, как наяву. Тебя бы к нам на Северный за МКАДом, ты вздохла сразу, а вот я живу. Глеб Жеглов и Володя Шарапов. Ах, Пэрис, 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 ты супер, ты улет. Ты горькая, как перец, ты кислая, как мед. Ты вкусная, как херес, без закуси с борта. Ах, Пэрис, 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 российская мечта. Атас, атас, атас.